Как надолго избавиться от нежелательных волос на теле, сделать это быстро, безболезненно и избежать раздражения на коже и вросших волосков? Бритвенные станки, шугаринги, кремы и воск начинает вытеснять лазерная эпиляция. В стоматологии Dental Art к услугам пациентов аппарат лазерной эпиляции нового поколения Magic One. Подготовиться к процедуре легко и просто. Подготовка к процедуре – это удаление волос за 2-3 дня с бритвенным станком, чтобы не тратить энергию на волос. Процедура подходит коже от 2 до 4 фитотипа. Идеально как для женщин, так и для мужчин. Эффект будет заметен уже после первого раза, но специалисты советуют пройти курс. Это 8-12 процедур, которые делают раз в 3 недели. Принцип работы аппарата заключается в воздействии излучения лазера на пигмент меланин, присутствующий в волосе. Он придает характерный оттенок волосам. Перед каждым пациентом манипула обрабатывается дезинфицирующим средством. По ощущениям, легкое покалывание и тепло. Станет как-то дискомфортно, сразу говорю, я параметры чуть убавляю. После первой процедуры мастер смазывает кожу бипантеном. В дальнейшем никаких обработок не потребуется. Лазерная эпиляция относится к медицинским процедурам. И хотя во многих местах, которые занимаются таким видом деятельности, этому не придают значения, вопрос получения медицинской лицензии перед специалистами Dental Art даже не стоял. Хочется отметить, что в нашем центре безопасность пациента стоит во главе угла. И поэтому при выборе аппарата мы руководствовались наличием у него регистрационного удостоверения. Именно оно доказывает безопасность, надежность и эффективность. Аппарат является медицинским оборудованием, и на нем имеет право работать только организация, имеющая медицинскую лицензию. Об этом есть постановление Верховного суда 2019 года, и двух мнений на эту тему быть уже сегодня не может. На лазерную эпиляцию можно записаться по телефону 6-42-41. Клиника Dental Art находится в здании УБЦ, Носилкина 10/1.